Ирина Евгеньевна, были ли вы на Болотной площади? Я на Болотной не была, потому что я за два месяца до этого договорилась с Леной Немировской, что я у нее выступаю. Там было 120 человек слушателей, я им всем раздавала белые ленточки, и мы мысленно были с вами. Вот. Ну а сегодня я никому ничего не обещала, поэтому я тут. Ирина Евгеньевна, вот требования, которые были заявлены на Болотной, фактически не выполнены. А вот с чем вы сюда пришли? С какими пожеланиями, требованиями? Вы знаете, я очень хочу, чтобы в 2012 году состоялись перевыборы в Государственную Думу, чтобы те неплохие законы, о которых говорил Дмитрий Медведев в послании, все-таки были бы приняты, и уже по ним прошли бы перевыборы в Госдуму сейчас, в 2012 году. Я надеюсь, что мы не будем 5 лет жить с такой Думой и 6 лет с таким президентом, каким себя видит Путин. Я очень надеюсь, что обратно загнать нас в то аморфное, бездумное состояние уже не удастся. Ирина Евгеньевна, вы готовы дальше принимать участие в акциях протеста, если они будут, и вообще, если это акции протеста? Нет, ну, безусловно, конечно. Я тут поэтому именно. И это моя гражданская позиция, которую я никогда не изменю. Спасибо вам огромное-преогромное.